это состояние, в котором ты находишься, по сути, каждый день. То есть ты просыпаешься, и ты не думаешь о том, что тебя ждет. Ну, ты не можешь об этом думать, потому что ты просто находишься в этом моменте. Ну, я не знаю, мир это было вот как... Мир это то, что было там до того, как произошли все эти убийства и весь этот Майдан произошел. Вот это был мир. Мне кажется, современный человек немножко не ценит то, что у него есть. Мир, в котором он живет. Мир, который сейчас есть, он его не ценит. Мир, наверное, как раз это и есть отсутствие этой самой войны, чтобы мы просто жили и творили без вечной борьбы, без того, чтобы пытаться купить кусок хлеба, кусок мяса или еще чего-нибудь. Моя мысль, не знаю, краткая и лаконичная: мира без войны просто быть не может. Как бы ты ни старался сделать мир лучше, все равно ты будешь проявлять какое-то доминирование, какую-то силу, какую-то агрессию. И сколько людей, столько и мнений. Твои действия, даже если они направлены во благо всей планеты, могут кому-то не понравиться и обязательно кому-то не понравятся. Я хочу, чтобы всегда был мир, и чтобы человек свою злость выливал как-то по-другому, та, которая накапливается в нем. Что касается, ну, вообще сложно, конечно, говорить о мире в целом, как о каком-то таком понятии физическом, реальном. То есть мир для меня – это какая-то гармония вообще, которую я испытываю, допустим, когда работаю в мастерской. Когда у меня есть какое-то равновесие душевное, какие-то хорошие настроения, то есть я могу сделать что-то позитивное, что-то лучше, чем даже я могу задумать. Мир – это легкость, а чтобы стать легким, нужно сбросить весь тот груз, который на нас цепляет, а также светиться, смеяться и верить.